Глава Анапы Сергей Сергеев встречает временно исполняющего обязанности губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в детском санатории «Жемчужина России». Время обеденное, и руководитель региона своими глазами увидел, какие продукты на детских столах. Вениамин Кондратьев требует: импорт неприемлем, если есть наше, местное. Проблему обеспечения побережья кубанскими продуктами через несколько часов обсудит на расширенном краевом совещании в городском театре. А пока объезд по Анапе. Точки осмотра Вениамин Кондратьев выбирает сам. Ему нужна реальная картина. Несколько остановок в небольших овощных и винных магазинах на Пионерском проспекте и Центральный рынок. Руководители региона и глава курорта пообщались с реализаторами и поставщиками. Главные вопросы – производитель, цена и качество продукции. Свою оценку увиденному Вениамин Кондратьев даст уже в большой аудитории, на совещании отметив: да, местная продукция есть, но не в избытке, как должно быть во всем Черноморском побережье. Региональные власти готовы принять все меры, чтобы переломить ситуацию.